И всем привет, ребята, меня зовут Макс, и я продолжаю проходить игру GTA San Andreas на 100%. У нас статистика уже на 13%, и мы продолжаем работать на ЖО. Вчера, как вы знаете, нам позвонил Темпенни, но пока мы вместе проходить не будем, сегодня мы продолжим работать на ЖО. Миссия называется «Разногласия с менеджером». Jeffrey. Yeah, our appliance technician called in sick, so Jeff, Lope, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Lope? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get it there for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covered my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done black for me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on the town, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attendance of a war ceremony. And that's the only time he leaves dog side. Один из водителей и менеджера Мэтт Дога обедает в закусочный бургер-шот на другом конце города. Он призвал, что тут вполне ремонтик. Его машина встретится в столике до 10 часов вечера. У нас есть, в принципе, 4-6 часов, я вот только не помню. Вот у нас получается где-то часа 4 началась миссия. Мне интересно. В зависимости от того, в какое время ты вообще на эту миссию придешь, изменится ли время, в котором выйти эту миссию. Я думаю, что это как-то на этой миссии, я так думаю. Ну, время скриптово. То есть вот да, какое бы время мы не пришли на эту миссию, все равно после касцены эта миссия начнется именно в 4. То есть я думаю, по скриптону именно так. Вот какие, которые за временем. Ну вот, ну, подумаешь, просто прошло несколько часов, пока они разговаривали, и все. Вообще, кстати, вообще эту машину можно по-тихому взять, в принципе, вот таким вот образом. Мало кто знал, но это так. И как бы не придется брать и что-то делать. Я, кстати, когда смотрел одного стримера, я ему несколько раз советовал, ну, не стрелять водителя, а просто по-тихому вот так вот забрать тачку. Но он думал, что это не работает. Что-то типа тачка закрыта. Ну. Отлично. Вообще, конечно, было бы логично, если бы она сейчас была закрыта, но не знаю. А сколько? Что-то сейчас затерялся, приехал быстрее, чем приехал бы этот босс. Не знаю, там после этой миссии... потом должна пойти касцена, просто касцена. Ну, типа миссия жёлтка, просто касцена, даже без названия миссии, которая не дает даже каких процентов. И потом она, типа, говорят, там, типа, приодеться и поехать, типа, на вечеринку к жёлтку. Я думаю, когда эту сцену лучше подлезть, сразу после этой миссии или все-таки в следующем видео. Наверное, я все-таки сделаю эту касцену, покажу в следующем видео, вместе с миссией следующего жопа, потому что все-таки эта миссия открывает краски открывает эту миссию. Просто они немножко там связаны как раз таки. То есть все-таки, наверное, эту касцену я в следующем видео посмотрю, плюс пройду следующую миссию жопа. Ну сейчас вот мы уходим эту миссию. Кстати, есть такой небольшой лайфхак. Даже не лайфхак, но в общем. Да, можно сказать даже лайфхак. Take me back to Dog's mansion. Not today, asshole. Today, we taking a scenic route via the bottom of the ocean. Ну, в общем, лайфхак заключается в том, что, вот смотрите, вот нам вообще вот по миссии заставляют ехать на этот пирс и там их типа убить.
Но на самом деле это не обязательно. На самом деле можно просто бросить их в ближайшей воде, это вот здесь получается. И все, и даже не запариваться. То есть я не думаю, мало кто об этом знал, да я, разумеется, когда впервые проходил, разумеется, я об этом не знал. Хотя здесь, в принципе, все логично. В принципе, мы их утопили, по факту миссии нет смысла проваливаться. Это было бы очень забавно, если бы я утопил тачку не в том месте, и мне бы сказали, что миссия проваливалась. Вот таким образом делаем и все. Там бы такая мини-касцена бы сработала, где тачка просто падает. Если все-таки я бы их убил там, где нужно. Ну, в принципе, опять-таки, я люблю ходить лайфхаками. Не знаю, кажется, сколько я правильно делаю. Ну ладно, в принципе. О, гляньте, ребята, не сами себя убили, не самоубийцы. Поприкол, дес. Ваню. Давайте, наверное, вот так просто сделаем. Ну и все, в принципе, чтобы сильно не заморачиваться там с ними. Вот все. Я не помню, откуда у меня, между прочим, базука. Скорее всего, с миссии этой, как она называется, с той миссии, где нам надо будет... Включать миссии Райзера, где мы охрабляли, ну... Этого чела, этого деда. Вот, по-моему, оттуда базук у меня осталось. Скорее всего. В общем, ребята, это ролик заканчивается. В следующем видео мы просмотрим касцену. Вот эту касцену, которая нам откроет миссию следующую. Ну и поедем, разумеется, на следующую миссию живого. Да, и проценты не показывали нет, не понял, 2,67%. Пока на этом это все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.